Ну вот я и в планетарии, билет входной стоит 650 рублей. Я купил на путешествие спутника Вояджер. 15-20 начало, с интервалом каждый час у них сеансы. Ну и потом вы проходите и идете смотреть экспонаты. Здесь 3 этажа, как я понял по схеме. Сейчас посмотрим. Ну что, я посмотрел фильм, очень интересно, тут их несколько разных, поэтому рекомендую однозначно посетить, посмотреть, вам понравится, детям будет очень интересно. Здесь есть еще большой зал, в котором мы были, смотрели, малый зал, 4D кинотеатр, кафе. Также есть Лунариум, познавательная физика и интересные факты, где дети могут познакомиться с физическими явлениями доступным понятным языком. И везде отдельные билеты. В Лунариум где-то рублей 400-500 стоит. Во второй зал тоже. 4D кинотеатр, 15-минутные ролики, тоже рублей по 400. Я сфотографировал цены, там, смотрите, все указано. Еще у них есть тарифы на выходные и в будние дни. На выходные дороже, на будние дешевле. Лично мне понравилось в планетариуме, было очень интересно, 2 зала. Я только посмотрел, к сожалению, не хватило времени, чтобы посмотреть 2 еще зала познавательной физики. Я думаю, там тоже интересно. Я думаю, вам понравится здесь с детьми. Я однозначно рекомендую посетить это место. И очень удобно, здесь находится рядышком еще Московский зоопарк. И вы можете, например, с утра приехать сюда, потом пойти погулять в зоопарк, взять билеты. И там вход для детей бесплатно, и для многодетных семей тоже бесплатно получается. Сколько билетов не посмотрел, но я думаю, вы сами найдете в интернете. А сколько стоят билеты? 250 рублей? Уточнил, сколько стоят билеты. 500 рублей стоит посещение. Там еще выставка рептилий 250. Для детей до 17 лет вход бесплатно, многодетным пенсионерам бесплатный вход.